В продолжение вчерашних контактов президента Франции Олланда и канцлера ФРГ Меркель в Киеве сегодня состоялись их конструктивные и содержательные, субстантивные переговоры с президентом России Путиным. Исходя из предложений, сформулированных президентом Франции и канцлером ФРГ, в настоящее время работа, совместная работа, ведется для подготовки текста возможного совместного документа по имплементации Минских договоренностей. Дальше работа будет продолжена, и предварительные ее итоги будут подведены в грядущее воскресенье во время телефонного разговора, который состоится в нормандском формате на высшем уровне.